Este? Da, dar mă, nu fac două unii. Că duci lipi celălalt. Una iau. Здравствуйте, ребят, с вами команда Профмонтаж. Привет вам солнечного Кишинева, солнечной Молдавии. Мы на одном новом нашем заказе. Маленький такой дом, очень красивый, но он и очень энергоэффективный. Ребята, вы построили из паризованного кирпича. Это строительная компания. Они строят из паризованного кирпича, они строят с очень классным утеплителем. Почему я хочу вам показать этот домик? Ну, на стадии строительства. Зимой мы пройдем тест, нас будут проверять тепловизором. Будем проверять наш монтажный шов. Ну, посмотрим, насколько все классно у нас получается. Это во-первых. А во-вторых, спасибо Алексею Деркачу. Благодаря ему мы тут внедрили одну новую технологию. Мы вытащили подоконный профиль и поставили туда доборный профиль в ПСП. Я вам сейчас покажу, как это все выглядит. Вот, ребят, наш подоконный профиль, который мы его сделали. Видите, мы взяли доборный, ну а другой системы. Спилили 1 сантиметр, чтобы у нас тут влезал подоконник с этой стороны. И у нас остается еще 1 сантиметр с этой стороны, для того, чтобы влез отлив. Потому что отлив не должен шурупиваться в окно, он должен, вода с окошка должна стекаться на отлив, стекаться вниз. И вот у нас получится вот такой широкий подоконный профиль, такой широкий монтажный шов. Потому что у того подоконного, который мы используем от Rehow, он узкий, он имеет 35 мм, и там монтажный шов, он очень слабый, несмотря на то, что мы монтируем еще по бокам от Талубан. Ну вот в этом, с этого дома, скажем так, мы будем использовать вот только такие подоконные профиля. Внутрь, в центральную камеру, мы всунули пенополистирол, и посмотрим уже, когда будет холодно, тепловизором, как это себя все покажет. Как вы тоже можете заметить, между стык между окошком и подоконным профилем, его уже так назвал недоборным, у нас тут тоже стоит вместо ПСУа, стоит пенофол 15-миллиметровый, прижать, и он сжимается тут до сантиметра. Смотрим дальше, что мы сделали с этим домиком, как он будет выглядеть под конец. Подписываемся на наш канал. Если вам информация была полезна, ставим лайки. Едем дальше.